приветствуем наших спортсменов, наших бегунов! В субботу, 5 июня, во Владивостоке прошла спортивно-экологическая акция «Зеленый марафон», в рамках которой на набережной Цесаревича были высажены кусты сирени, а после дан старт забегу на 420 метров и 4 километра 200 метров. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню защиты окружающей среды. Сегодня мы проводим традиционный «Зеленый марафон». В этом году мы очень рады, что у нас удалось его провести в очном формате. И сейчас в рамках «Зеленого марафона» сегодня у нас день экологии, поэтому мы традиционно организуем на зеленее нашего прекрасного города, на набережной Цесаревича, высаживаем кусты сирени. Уверен, что они в ближайшее время примутся, расцветут и будут радовать наших горожан и гостей своим прекрасным запахом и видом. Сбербанк регулярно проводит самые разные экологические проекты. Один из них – «Зеленый марафон» – традиционное спортивное мероприятие, цель которого – привлечь внимание к экологическим проблемам, пригласить жителей России сделать несколько шагов, которые помогут в их решении. Каждый километр, который участник пробежал 5 июня, с мобильным приложением Сбер приравняет к 1 рублю. Чем больше километров, тем больше рублей будут направлены в общую копилку, которая пойдет на высадку деревьев. Эта акция на площадке марафона была организована фондом Сбербанка «Вклад в будущее». У спортсменов не было никаких ограничений, участие могли принять все желающие. Бежать можно было в одиночку, парами, группами, командами и даже целыми семьями. Были предусмотрены инклюзивные старты. Главное – желание сделать шаг навстречу изменениям к лучшему. Мы должны быть спортивными, мы должны быть здоровыми, и это, наверное, самое главное. Но, безусловно, мы должны поддерживать те акции, которые объединяют сразу несколько направлений. Если мы говорим, например, сегодня о зеленом марафоне, это и высадка кустов сирени. Ну а спорт? Спорт прекрасный. Я хотел, чтобы у меня сегодня и мои дети присоединились к такому замечательному мероприятию. На старт вышли 1822 человека. Всего же в ярком семейном празднике приняло участие около 4000 жителей и гостей города. Что вами движет? Ноги. Стремление к спорту. Почему бежите? Потому что спорт – это жизнь, а бег – это сила. Дистанция у нас… Дистанция 800 метров. 800 метров. Ну, в общем-то, таким не на скорость, а на здоровье, на… Настроение. Мероприятие получилось действительно масштабным. Для всех гостей и участников праздника от мала до велика на площадке «Зеленого марафона» было предусмотрено множество интереснейших активностей и развлечений. Аквагримы, гигантские шашки, огромный дартс и дженга. Здесь же любой желающий мог сдать нормы ГТО. Также на набережной расположились благотворительные организации, школа волонтеров и фонд помощи бездомным животным. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.